Поздравляю, прямо сейчас вы побываете в одном из самых сильных святых мест на свете. И я вам сейчас покажу чудо. Вот они, святые пещеры Псково-Печерского монастыря. Богом сданные, это значит созданные Богом. А перед вами сейчас наставленные друг на друга гробы с покойниками. А чудо в том, что здесь совсем нет запаха мертвых тел, нет запаха гниения и разложения. А температура воздуха в пещере, если что, около 10 градусов тепла. Вот такие дела. А вот и захоронение старца Иоанна Крестьянкина. Можно даже прикоснуться рукой к его гробу. Вот как это делает сейчас наша прекрасная Яночка. Люди здесь обращаются со своими просьбами к Иоанну Крестьянкину, и помощь приходит. В этих пещерах уже захоронено более 14 тысяч человек. Пещерам 600 лет, растянулись они на много километров. Удивительно, мертвецами совсем не пахнет. Здесь пахнет цветами и чистотой. Лесным озером на рассвете и хвойным лесом.